Вслед за школами в Омске на карантин закрывают исправительные колонии. Администрация защищает заключенных от болезней. Запрет на свидание вводится с 3 февраля. Ограничения будут отменены после спада эпидемии. Между тем, в Омских тюрьмах и заболевших гриппом пока нет. Лекарства для профилактики и лечения вирусных инфекций в медицинских частях исправительных учреждений имеются. По данным Минздрава, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе сейчас превышен на 35%.